спортивный комплекс «Атлант». Здесь собрались юные спортсмены Новополоцка, Полоцкого, Лепельского и Ушачского районов Витебщины. Второй этап легкоатлетического конкурса «300 талантов для королевы» собрал почти 200 ребят. Для некоторых эти соревнования первые в спортивной карьере. Я занимаюсь легкой атлетикой, я для чего? Чтобы соревноваться с другими школами. Ты хочешь быть лучшим? Да. Я постараюсь прыгать и бегать, но лучше всех. Ребята боролись в четырех дисциплинах. Это челночный бег, прыжки в длину, метание мяча и бег на длинную дистанцию. Цель таких состязаний не только выявить лучших спортсменов в регионе, но и отобрать перспективных ребят для дальнейшего обучения в школах Олимпийского резерва. Организатором является Белорусская федерация легкой атлетики совместно с управлениями спорта и туризма Витебской области, Новополоцким городским исполнительным комитетом. Мероприятие проходит уже, уже третий год подряд. Значит, данное мероприятие направлено на выявление перспективных детей, и которые предрасположены к занятиям легкой атлетики. Победители второго этапа республиканского легкоатлетического конкурса представят Витебскую область в финале, который состоится в городе Минске. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ.